Всем привет! Сегодня мы будем делать лизуна. Сначала я буду выливать клей. Теперь выливаем краску. Ну, вот я взяла вот такие простые блестки. Сейчас я их аккуратненько так вот вырежу. Но я буду все добавлять блестки. Ну, а теперь надо мешать. Ребята, какая у меня вышла оранжевая жижа. Мешаем. Вот такая вот вышла, смотрите. Пока еще не танцую, но как будто клей там просто. Надо еще мешать. Ребята, смотрите, когда вы будете делать такой лизун, надо мешать пока не будет вот это все не будет, пока все не будет оранжевым, нужно мешать. Я буду мешать. Но теперь я буду добавлять цитрат натрия. Смотрите, я просто не всю банку вылила, но я там добавила воды и вылила. Сейчас буду выливать. Вот, смотрите, какую. Вот какую. Ой, тянущий. Наверное, немножко перебощила с водой. Вы пишите в комментариях, я переборщила или нет. Тягаю нашу палочку. Какой тянущий. Еще мешаем. Вау, смотрите. Еще мешаем. Вот какой он тянущийся. Как настоящий какой-то лизун. Вот такой вот у меня лизунчик вышел. Как липкий. Липушка. Класс. Угу. Как будто еще не пердун вышел, но это не пердун. Класс какой. Ну, он слишком липучий, конечно. Миску. Складываем в кучу. Теперь я складываю в кучу. Да, какой липкий. Смотрите, я вынула его из банки и теперь буду еще мешать. Смотрите, какой он. Ага, я вижу, он уже меньше стал липнуть, да? Да, он меньше, вам только блестки пристают. И смотри, он еще прыгает. Я его вообще не понимаю, как сделать, но он прыгает чего-то. То есть он со временем немножко подсох? Ну, наверное, да. Но чтобы не засох, я его поставлю в банку. Будешь хранить в баночке, да? Да. Буду с ним играться. Что из него можно сделать? Мячик? Ой, вижу, ты обруч делаешь. Да, я придумала так вот сделать. А, это браслет. У меня красивый браслетик. А мячик из него можно сделать? Можно. Сейчас я сделаю, попробую. Огромный красивый мячик сделать.
Только сильно его не подкидывай. Не, надо его немножко покачать. Как колобок. А, ну давай. Как пластилин. Ну. Все. О, настоящий прыгающий мяч. Ай, он живой, живой. А покажи, как он растягивается. Не, так вы не растягивайтесь. Его нужно поднять за один край, подержать. Он медленно будет ползти вниз. Смотрите, ребята. А вот еще вот если посмотреть по истам, то он тут просвечивается немножечко. Ага, ну достанет он до стола. Вот. А я тут дырки сделал. Упал, если он живой. А теперь за два края попробуем. Ой. Попробуем. У меня лизун получился. Смотрите, как он умеет. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Пока-пока всем!